Всем привет! Добро пожаловать ко мне в гости. Сегодня мы будем вместе с вами открывать посылочку, точнее больше письмо от Гали. Мы обменивались с ней АТС. А вот мне как раз пришел ответ на мою АТС-очку. Вот такая вот красивая упаковочка. Два конвертика, завязанные такой, знаете, ленточкой. Она, ну, шнурочком, он бумажный, то есть он не тряпочный. Очень тут здорово всякие цветочки. И пуговка классная, такая большая. Вот, давайте будем открывать. Так, здесь, я так понимаю, у нас АТС-очка. Мы ее оставим на попозже. Здесь у нас что-то другое. Такая красивая наклеечка с бабочками, классная. Так, у нас тут вот такая красота. Смотрите, как классно сделано. Галя сама, получается, сделала такой холдер для кружева. Здесь такая ленточка бархатная, очень классная. Спасибо, Галя. Шеби-ленточка. С шеби-ленточками на самом деле какая-то проблема. Их сейчас нигде нету нормальных цветов. Ну, по крайней мере, там, где я покупаю. И вот такое хлопковое кружево голубенькое. Вот здесь братики у нас. С монстерами такие классные. Вот. Чимборд. Растительный. Очень классно будет, прям, ну, для меня прям в тему, в общем. Тежики, смотрите, какие классные. Такие, ну, большие, хорошие прям тежики. Какая-то коллекция вроде знакомая, по-моему, у меня есть. Это как раз та, из которой я делаю, или нет. Или у меня есть несколько, да, точно. Это у нас бумага от Fleur Design. И у меня есть несколько листочков, вот такой вот у меня точно есть листочек, и вот такой листочек, который сзади. Вот какие-то похожие, у меня есть листы, вот, а полностью бумаги у меня такой нет, она очень красивая. И спасибо, Галя, за такие классные тежики, они прям суперские. Дальше у нас наклеечки, такие вот наклеечки у меня где-то были уже, но все, я никак добраться до них не могу, чтобы начать ими пользоваться. Такая вот открыточка. Я люблю Волгоград. Классно. Надо мне тоже девочкам отправлять открытки из Кемерово. Супер. Вот, и давайте самое вкусненькое откроем нашу АТС-очку. Там должен быть... Здесь написано «Осенний лес». Такой вот зайка у нас суперский. Это у нас коллекция Blush and Blue, по-моему, так она называется. Здесь написано третья из трех. Сзади такие тежики классные. И вот здесь еще горячий эмбоссинг сделан. Супер. Классный братик такой с суккулентами синими. Суперский вообще. Спил дерево. Такая вот кисточка, шеби-ленточка, чипик, братик, классно. Спасибо, Галя, за такую классную АТС-очку. Очень красивая вот эта коллекция от Scrubberies. Классно, я из нее взяла несколько листочков с вырезалками, с конвертиками. Но с конвертики получились там листик... Не 30 на 30, а 20 на 20. И там такие микроконвертики получаются. Я не знаю даже, куда их там потом использовать, подо что. Ну, в общем, ладно, куда-нибудь применим. Спасибо большое, Галя, за такой обмен АТС-очками. Теперь у меня в коллекции в моей прибавилось АТС-ок. И я буду, думаю, в ближайшее время еще делать какую-нибудь коллекцию. И еще с девочками обмениваться. Всем большое спасибо, что посмотрели это видео до конца. И всем пока-пока!